Всем привет, ребята! Сегодня у меня день рождения! Ну и как к дню рождения я решил немного слегчить ситуацию и немного поиграть в какие-нибудь детские игры. Ну я думал, какие детские игры, если у меня есть канал? И на канале можно выставить про обзор стикерсов. Да, вы не ослышались. Стикерсы! Вот, один вот такой пакетик стоит, ну, примерно вот столько рублей. Вот. Остановите видео на паузе и посмотрите, сколько он стоит. Ну и получается, мы вот такие вот пакетики сегодня будем и сейчас открывать. Вот, у меня всего раз, два, три, четыре. 5-6 пакетиков. Просто это много. Вот я решил много не брать. Вот. И 2 стикерса у меня уже есть. Они были. Но я их расклеил, конечно. Но заклеил бумажками своими. Вот. Мне попался Феликс. На самом деле, ребята, вы заходите в комментарии, смотрите. В комментарии я все напишу, как это было очень смешно все. Но это все происходило в школе. Вот. И вот эта вот маска мне еще попалась тоже. В одном пакетике она мне была первая. Ну, начнем скрывать. И я вам могу сейчас сказать, с какой по какой акция этих стикерсов. Она стартовала с 15 марта по 18 апреля включительно. Ну, а как у меня сегодня день рождения, так что я решил немного повеселиться, так скажем. Вот. Стоит этот пакетик вот после еды вот накупил на 500 рублей, вот, и туда дали, или вообще уже 500 ровно, вот. Вот, и вам дают вот такой пакетик. Есть еще разноцветный, еще какой-то там, я не помню просто, вот, и у меня такого не было. Ладно, начинаем скрывать первый. И вы не забудьте зайти в комментарии, чтобы узнать, откуда у меня этот стикер взялся. Это очень смешно. Так, открываем первый. О-о-о-о. Туча. Туча. Вот, такая у меня туча попалась. Прикольная тучка. Ладно, открываем второй пакетик. Что у меня тут во втором? О, усталь. Прикольная тоже стикерс. Этот я сюда положу. Так, открываем третий пакет. Или какой там пакетик? Ну, другой пакетик. О, огонь! Вот, вот такой вот. Следующий пакетик. О, кошечка с блёстками. Вот, вот такая миленькая кошка, но это девчачья. К сожалению, день рождения только раз в году. О, первая повторка. Туча. Ну, и самый крайний пакетик остался. Интересно, что в нем лежит? Мне прям его страшно вскрывать. Ладно. Не трусь, Никита, ты мужик. О, что-то зелененькое. Ес, кусь. Кусь. Это, наверное, пандочка, которая всех кусает подряд. Ну вот, вот столько у меня уже стикерсов накопилось, а. Вот, 8. И вот, получается, у меня из 26 в коллекции попалось 8, значит, их того 18. Вот, и значит,
буду копить всю коллекцию. Если еще вот будут пакетики, я еще скину специальное видео для этого. Ну, а вы не забывайте еще раз заходить ко мне в комментарии и смотреть, откуда у меня взялся этот Феликс. Всем удачи, пока-пока.